И рано лето, понимаешь, ядрите всем еще раз привет, если кто, короче, на этом донном стриме тусует. Рубаемся в ЭГЕ, короче, против Мизера. На стоп-1 говна герой, короче, и рано, который нет ни одного рейнджа, и только соло тьма беспонтовая. Еще и карта мосты, короче. Летос, короче. У него куча заклов, а у нас только соло тьма. Чудом всеми так прыгал ебрить. Ну я хз. Ну пусть будет лучше сюда, например. Дракон с яростью, охренеть. Да, это дуэль в ЭГЕ. Телек забрали у Летоса, я смотрю. У него вроде бы был телек. И вампиризм, по-моему, был, его тоже забрали. Блин, по-моему, Летос полное говно. Ящер тут вообще не пришей козе хвост. Я хз, когда он с кем тут будет биться. Ну то и раны вампиризм остался. Это неплохо, я сочетаю. Блин, что-то не густо у дракона хп, я смотрю. Блин, я же вроде в тёлку ткнул, и дрячу минус ответил. Я недоволен. Дракон умер, жалко его. Типа.
Может, по приколу тут рассеянку дать на копоча. Тянка делает вампиризм. Вот оно чё, Михалыч. Вот оно как. Ладно, тогда прячемся. Ну, бьем тут с места, ничего не поделаешь. Подкуска, замедление. Полностью он отрегенил, ядрить. Сволочь такая. Еще немного луча сюда даем. Отвалить этого мерзкого драка. Отравление тут тоже не робит. Из-за вампиризма дурацкого. Но дэмидж что-то приличный. Ну, луч как-никак. Все звали дракона, короче. Это жесть какая. У него, кстати, маны ни на что не осталось после этого вампиризма. Ладно, пока не поздно, не рано. Надо, наверное, починить сюда вот эту тянку. 15 и немного, в принципе, дефана для такой сучки. Пусть умирает от чумы. Маны многовато у Ирана, надо вырабатывать.
Наваливаемся на минус, наверное, тут. Не знаю, что-то мне не понравилось быстро, если честно. Что-то я сильно навафлил там. Тут хоть немного обилки, есть время почитать. Да, ну и тут, в принципе, наваливаемся уже и на ящера. Внедрить в уровень ярости этих. Может, не стоит их бить. Может, сами по себе как-нибудь умрут. Ну там чума на них все-таки. Тут я еще замедову положу. Ну не классно же. Не знаю, не хочу их бить, зачем вообще? Незачем. Блин, у него есть снятие, кстати. Гидрить как больно. Блин. А чё тут ответка? Даже там же ответка была от гидры. Ничего не понимаю.
Бля, там бесконечная ответка, что ли? О, картофель, картофель. У него еще выстрел был, вот он мудак. Стрельба без штрафа, охренеть. Замедление на 8 ходов, но у него остается 4. Это ему уже не хватает ни на что, в принципе. Разве что на благо. Да ёптить, моралится сволочь. У них была защита от ловкости, он ее снял. Вот негодяй, ай-яй-яй, как же так можно? Знать и немощность. Здорово, Кастик. Ну тут вообще можно. А вот проклятие можно. Проклятие, заебись. Удачно припасенное. Прям Т-тайминг. На 0.20 хода. В
Все, теперь вампирика добавляем. Блин, ну одному в доту играть это вообще последнее дело, Кастик. Все, ты под замедлением, и я под замедлением, все честно. Как бы говорю я. Все, вампир вроде вывозит. Можно еще и рассеянку кинуть. Я лучше. Я так думаю. Бляха, чё ж так больно-то? Что там немощь кончилась? Блять, там немощь кончилась. Вот этот поворот. Вот это мы потащим на пруки, которой нету. Ну ему повезло, что оппонент рачило, короче. Вот такая тут аналитика. Чисто на прухе ядрить. Не, я бы не сказал, мне кажется, замедл надо раньше было класть. Не, еще хер пойми, что сколько длится, вот вроде и рано, там вроде дофига СП, да хлобысь через 3 хода немощь кончилась, ну что это за фигня? Я такого не ожидал. Хафиц Рунгер. Ну, более-менее известный герой, короче. У Хафиза там что-то куча клонов, там какая-то такая хрень. Вот, короче, аура моральки и стрелки без штрафа. Надо же, колхозники не тяжелые. Вот зато грифы тяжелые. Забавно. И тут стрельба без штрафа, да вы чё прикалываетесь? Тут и не 7, охренеть. Блин, надо ставиться же уже. Рунгер на тьме, что забавно.
Не дрите, а чё так больно? Это же ВГЕ, тут вообще ничего не должно никому дэмидж наносить. Хрена себе, за две маны вот так вот конь. Оп, моралька. А есть такие? Есть. Блин, на обилку вроде удачи не работает. Святое слово, он шел упорот. Кристал. Кристал. Друзья, это Кристал. Не знаю, хочу и дам благо на стрелка, ничего не знаю, дрить. Мне нравки. Да, это дуэль в ИГЕ. Да дай почитать-то и дрить. Джин там еще что-то кастует же. Во, фантом, скорб, ни хрена себе. Приличные дэмиджи. Казалось бы. Ну, давайте я вот сюда пульну, наверное, разочек. Мне сильно не понравилось что-то стрелочка, это сильно. Что-то дэмидж не кокосовый вообще. Вот здесь очень даже очень. Блин, у Серафима 8 инициативы. Тоже что-то солидно. Вот этого есть слеп. И у него вроде бы, нечем ее даже снимать. Тут, короче, надо летать как истеричка, я считаю, потому что, возможно, фантомы будут. Да что толку от этого Крисова там? Дэмидж смешной. Целый выстрел, короче, полного стека на Кристал. Ради одного коня и одного грифона, и при том целого хода героя, пока он поставил Кристал.
Я хз. Нажму D в натуре. Какие-то несопоставимые уроны идрить. 20-40, 50-90. Это минус удачи, что не может не радовать. Жуть какая. Чтобы здесь давать мораль прокиш. Да какой там растрейдишь, там 4 выстрела, ё-моё. Еще есть минус удачи. Это ж в ЭГЕ, тут тупо ничего не убивается. Тут все в говне. Блять, резист. Откуда? Вроде нету. Вроде на кота кидал, а не на голема. Полезный ангел какой-то идрить. Если честно.
Конечно. Почему нет-то? Тумбочка тяжелая? Конечно. Ладно, объем тумбочку. Получаем пизды. Смотрите, не еще поднятие. Пиздец, еще и двойная атака. Что-то я пропустил этот момент. Создается впечатление, что у него просто войска сильнее. Пека-пека. Но ангел пока живет. А что толку? Толку нет. Все правильно. Так и должно быть.
Есть мнение, что у него вообще ни один стек не смогу убить. Ну вот, может, джинов только сейчас добью. Просто стеки сильнее, и все, серьезно. И он при том не кастовал фантомов еще до сих пор, что забавно. Фантомы Титана и ГГ. Это Хафиз на расстоянии выносит ядрить с фантомами со всякой фигней. Грифоны вообще бесполезные тут. Детоход ядрить. Да ты хуя там еще. Я хуй знает, любой стек выносит мой стек. Как тут вообще можно играть? Объясните мне. Ну серьезно. Гремы разве что дэмидж не делают. Ну и тумбочки не часто ходят. Что там по статам-то вообще ходит? 3-7 на 9-7. Вот кто у нас делает дэмидж. Оказывается, как выяснилось. Один хп у ангела, а за. Здорово, Сирил. Прилично, конечно. Но я, наверное, не буду этого пока что делать. Вот так вот отхиляться, мне кажется, тут верняков ход пока что. Ангел выживает вообще как может пресно. Ну блин, ну вряд ли я, конечно, все-таки раскастую, вряд ли он мне это даст сделать. Что он просто нубас и не помнит. Есть же такой шанс. Вот не стреляет в ангела, например. У него же там еще защита от магии. Правильно. Ну. Нормально. Блядь, от кулака что-то защиты нету.
Я не знаю, как кота убивать, если честно. Давайте дадим чуму в него, что ли. Ну и титана тоже, в общем-то, не знаю. На котейке еще и безответно. Бляха, латник даже без ярости, а что такое дэмидж-то? Ничего не понимаю. Да там вроде нормальный дэмидж заходил, когда ангел вот отсюда бил, я вроде позировал такой, но я посчитал, что он почти полностью восполнится. Восполнился почему-то на один кулак, я хз. Не шарю. Минималочка, наверное, выпала. Что он там даже с маной вообще может сделать, мне интересно. Стрелочки. Вот он мудень.
Я надеюсь, эта чума еще не кончится. Искренне на это надеюсь. Блин, конечно, кончилось ядрить. Тупой кот ядрить не может от чумы подохнуть. Блин, там тумбочки на ярость, 31 атака. Что-то не солидный дэмидж. Вот все, что смогли ревнители, короче. Не знаю, по-моему, оба рачили, но почему Мизер победил, я хз, честно. Ну, стеки сильнее, очевидно, я же говорил, ну. И опять ёбаные мосты. Чё там Володя умеет? Володя, Володя. Белокурый пирожок, призыв, немножечко тьмы. Чё мы умеем? Мы умеем палатку. А, вот здесь вот эти тянки классные, я помню, да. Это не ошибка, это наоборот правильный ход ядрить. А кого еще отдавать то, как не крестьяшек ядрить? Не отдал бы крестьяшек, значит ангел бы быстро слился. Рыцарь там вообще не боец был. Рыцари, которые, блин, эти, как их, ну, ядрить. Которые ревнители, короче, хоть наделали дэмиджа, в отличие от колхозника. Ядрить ушака, книжка, прикиньте. Да, тяжело, не тяжело, это вообще тяжело, не роляет. Я хз, почему он так исправил. Заебись, так много времени на ход героя дается. Что за зов смерти? Угу. Чем, блядь, колхозники нужный стек ты запаришь? Так, скелики без регенерации, слава богу. Вампиры без вампиризма, четко.
Колхоза на двойную мораль, у колхоза штурм ядрить. Давайте портить я хз. А, блядь, вампир даже не летает, кстати. За гнев крови. Не знаю, по-моему, вообще вот такой неплохой ход. Если я что-то в чем-то понимаю. Заебись, 40 с 10 знаниями, вообще очень полезно, классно. Все продумано, все по балансу. Да, тут что-то, блядь, мосты дают просраться. Ядрить как больно.
Дракон какой-то бесполезный. Страшная атака, ядрить. Без урона. Слышь, когда страшно. Не знаю, нажму дефони, а чё? Значит, все получают пизды от облака смерти. Ну что-то даже кристалл не бьется. По-моему, мизер ошибся. А что, я снова с удачей тут или какое? А ничего, что там дэмидж распределяется по всем подряд? Ядрить 8 тянок, что за пиздец? Чё-то они под замедлом. Меня не понимают. Надо бить этот кристалл, я считаю. Бля, и тут ответка. Без понятия, что тут делать на этих мостах тупых. Он зашел вот с щитом и с баншой с этой, и что, я ее замедлил, как бы, хер знает, я все равно не могу ничего вообще ничего не могу сделать, вообще ничего не могу сделать на этих мостах. Я вообще никого не могу бить никак, ядрить.
Нашел, где ответка. Ну, вот же она. Заебись. Четко. Что мизер в натуре какой-то бог в игре вообще похлеще всяких нарготов играет. Я в ахуе со всех трех партий, честно. Здорово, реранкер. Ну же не надо удачи, уже все просрано идрить.
лич встрял ни за что, ни про что. Инсайд, инфа по поводу развития ВГЕ. Это же надо так упороться, чтобы такие вопросы задавать. Скелики эти даже тяжелые охранять. Есть официальная инфа, что вроде как он арену делает. Хозякате еще инфа нужна. Вообще скидки эти так-то уязвимые, я так смотрю. Здесь вообще приличный дэмидж. Юху-пруха. Он, короче, вроде планирует сделать это так же, как РТАшку, только в ЭГЕ, понимаешь? Вот такая есть инфа, да. Да-да, вот это прикольно. Вот это пруха мораль пошла. Мощникой особой инфы нету. 26 атаки у скелов. Скелеты, слуги. Один заряд у палатки. На карте РТА тут вообще полный пиздец будет, если этих юнитов сделать, честно говоря. Не знаю, как там, блин, на арене. Так опять же, просто на арене, если выбор между тремя стеками, вообще всегда почти, я уверен, одних и тех же будут брать. Ну как бы сделает, мне кажется, поиграемся первое время прикольно. Не знаю, я считаю, надо бить. Пиздец, как больно. Ему тоже весьма тут больно, честно говоря. Не знаю, лечим, а хрен ли. Блядство. Не ожидал такого дерзкого хода. Блин, ну пока есть чем делать, дэмидж надо делать. Замедло еще долго, это приятно тут. Не знаю, тут я Дефони уже, по-моему, давно прожал.
какие-то зомби с отравлением и пожиранием. Я не знаю, то я что, я не сдаюсь. Я думал, это зомби, которые с руки статы понижают. А чё он не бьет? Чё он не жрет? Вот это я заморалился. Сейчас как перекрою ему все трупы. Я их боялся, я думал, это зомби ядрить. С понижением статов. Ничего, все, все, я три сливы или две. Не знаю, создам, если все-таки еще не все. Вот такое бесславное ВГЕ, короче. Всем бывака еще раз. Всем бывака.